семья Жеребченко из Донецка. Мы украинцы. У нас 14 детей, а 6 до сих пор живет с нами, остальные выросли и даже есть внуки. Кто-то в нашей семье рождался, кто-то терял свою семью, и мы брали этих детей к себе. Нашей семье пришлось много пережить. Мы были в Донецке во время войны. Критичной точкой, что нужно переезжать, стали вооруженные люди на блокпостах. И тогда было понятно, что нам пора. С нами переехали 4 лошади, 4 собаки, 2 кошки, 3 крыски, декоративный кролик и даже 2 козочки. Нельзя учить детей тому, что неудобно, бросай. И если ты не будешь бороться за то, что тебе дорого, ты будешь жить с тем, что у тебя есть. Когда есть крепкая семья, когда есть дорогие люди, пережить можно все, даже войну.